В Луганской области практически не прекращаются обстрелы. Минувшей ночью враг интенсивно наносил удары по Северодонецку, Лисичанску и Кременной. По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, один человек погиб, трое ранены. Серьезные разрушения получила критическая инфраструктура области. В Северодонецке поврежден центральный газопровод. Кроме того, разрушены жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска. Сергей Гайдай призывает жителей как можно быстрее уезжать в безопасные регионы. Я буду каждый день обращаться ко всем, кто еще остался, с просьбой эвакуироваться. Железнодорожные пути, по которым мы постоянно эвакуировали людей, обстреляны. Невозможно сейчас уже выезжать. Автобусы эвакуационные обстреляны. Мы не будем заканчивать эвакуацию, пока будет возможность, пока будут люди выезжать. Будем помогать по максимуму. Поки будуть.